праздник Крещения Господня. Это великий праздник православный. Мы еще называем его Богоявлением. Символично мы в эти дни праздничные устраиваем вот такой прекрасный фестиваль ледовых ангелов и архангелов. Фигуры, они символично нам показывают ангельский мир, потому что ангелов, конечно, никто не видел. Как они выглядят, мы только по неким откровениям знаем примерно, как могут выглядеть ангелы. Сам собор, кафедральный собор Михайловский, всегда принимает непосредственное участие в организации этого мероприятия. У нас и питание, и проживание, да, то есть и другие какие-то расходы. Поэтому вот такими общими силами у нас получается такой прекрасный праздник для наших горожан.